Ой, простите, пожалуйста. Да, ничего. Извините, пожалуйста. Да ничего, ничего. Бывает. Я ж понимаю. Частный детектив? Да. Товарищ милиционер. Что случилось? Запишите, пожалуйста, вот того мужчину. Мне кажется, его видели на стенде, их разыскивает милиция. Хорошо, посмотрим. Добрый день. Проверка документов. Старший лейтенант Яшкин. В чем дело, старший? Проверка документов. А, пожалуйста. Не вопрос, командир. Все в полном порядке, спать. Все, вам спасибо. Девушка, девушка, подождите. Подождите. Что это было? Вы что, меня за преступника приняли? Да все вы из одной шайки. Что вы пристали к нам? У нас больше нечего красть, вы уже все украли. Да что красть-то? Какая шайка? Вы хоть толком объясните. Да не хочу я с вами разговаривать, но вы учтите, я выведу вашу банду липовых сыщиков на чистую воду. Девушка, я понимаю, что-то случилось у вас, да? Может, вам помочь? Проблемы какие-то? Помог уже один такой, Пуаро недоделанный, а я ему поверила, в квартиру привела. В квартиру? И что потом случилось? Что-что? Деньги украли из сейфа. Все, что папа на машину дал. Подожди, девушка, но вы уверены, что это был действительно частный сыщик? Да, конечно, уверена была. Он мне еще визиточку свою сувал, и глаза у него, как у вас, честные. Да, действительно, неприятная история. Вот что, давайте поедем ко мне в офис, и там вы мне все расскажете, хорошо? Да я с вами не поеду, еще прищете меня как свидетеля. Вы учтите, у меня дома бумага в милицию лежит. Если что-нибудь со мной случится... Очень приятно иметь дело с такой детективно-подкованной девушкой. Вот что, вот моя визиточка. Если вдруг надумаете... Если наберете смелости, я вас жду. Приезжайте. Всего доброго. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Скворцова Татьяна Дмитриевна. Можно просто Таня? Присаживайтесь. Ну так, и как же вы познакомились с этим детективом? Я работаю парикмахером. Пришел как-то ко мне мужчина, сел в кресло, ну, мы разговорились. Сказал, что частный детектив. Вот как? Да, Насонов Алексей Викторович, по-моему. Как? Насонов Алексей Викторович. Такой приличный с виду. Прям частный детектив. Он мне еще визиточку свою оставил. Ничего не путаете? Нет, вот. Да. Сейчас, секундочку. Скажите, это он? Нет, это не он, тот моложе был. А кто это? Это и есть настоящий частный детектив Насонов Алексей Викторович. Настоящий? Да. Мой коллега. Да, скорее всего, кто-то просто воспользовался его визиткой. И вы знаете что, давайте попробуем составить фоторобот того, кто выдает себя за Насонова. Хорошо? Угу. Лукин решил составить фоторобот преступника, назвавшегося именем его коллеги детектива Насонова. Почему вы решили обратиться к частному детективу? Понимаете, в последнее время мне стало казаться, что Максим, муж мой, что он мне изменяет. Угу. Значит, вы обратились к детективу, чтобы он расследовал дело об измене, правильно? Да. Привела его домой, он аппаратуру всю поставил. Потом, через два дня, из сейфа исчезла крупная сумма денег. Так, скажите, а когда и кто обнаружил, что деньги пропали? Это было позавчера. Утром мы с Максимом вместе вышли из дома. Он пошел в аспирантуру, я на работу. Потом я вернулась первая, полезла в шкаф, чтобы переодеться. Сейф в шкафу стоит как раз. Смотрю, а там дверца неплотно прилегает. Вот. Сейф открыт был, и денег там не было. Папа до сих пор не знает, что деньги у нас украли. Слушайте, а может, это Мумра его и украла, а? Обнюхала все, пока они там с ним кувыркались, и украла. Возможно. Скажите, а у вас сейф был с ключом или с кодом? С кодом. Уходит, он и код знал. Татьяна, так почему вы решили, что муж вам изменяет, а? Понимаете, в последнее время он стал часто пропадать по вечерам. Угу. Раньше дома сидел за компьютером, а теперь повадился к другу ходить якобы в шахматы играть. Ну так может и правда, играет. Угу. А почему я тогда этого друга не знаю? Один раз вообще он пришел такой довольный, счастливый. Но я устроила ему скандал, говорю, возвращайся к той, от которой пришел. Угу. А он? А он смеялся, на руках меня носил. Угу. Потом на утро мы пошли в магазин, купили холодильник импортный, который я давно хотела. Угу. Я думала, он так прощения просит, и решила к этой теме не возвращаться больше. Понятно. Ну и что же потом? Потом? Потом он попросил меня сдать его костюм в химчистку. Угу.
там в кармане и нашла чужую губную помаду. Угу. И вот тут-то вам подвернулся частный детектив, правильно? Я думала выяснить все, думала все, ничего не выяснила, обокрали до нитки только. Я не узнала, как я папе теперь стану. Ну-ну-ну-ну, все, успокойтесь. Разберемся мы и с вором разберемся, и с личной жизнью вашего мужа разберемся. Да и доброе имя нашей профессии надо восстановить. Скажите только, Татьяна, когда я смогу осмотреть вашу квартиру? Только не сегодня, у меня же Макс дома. Если он узнает, что я еще одного детектива наняла, то это все, это же развод. Хорошо, понимаю. Давайте начнем с любовницы. Вот что, вы завтра принесете мне эту губную помаду, которую нашли у мужа, и мне нужны отпечатки пальцев мужа. Лучше, наверное, с какого-нибудь компьютерного диска или с музыкального. Знаете, на диске они хорошо остаются. Давайте так, моя помощница Лена завтра подъедет к вам на работу. Привет. Здравствуйте. Маш, слушай, это ко мне, ты проводи ее, я сейчас подойду. Хорошо, пойдемте. Смотрите на эту фотографию. Не знаете, знакомое лицо? А что это такое? У вас нормальной фотографии нет? Нет, нормальной фотографии у нас нету. Это фоторобот, жулика, которого мы сейчас разыскиваем по делу о кражах в парикмахерской. Вы знаете, я его уже видела один раз. Он приходил, у Таньки стригся. Но я сразу поняла, что он мерзавец. А с чего это вы сделали такой вывод сразу? Ну, вы знаете, клеил всех подряд. Видно, зубы заговаривал. Танька сказала, что отец денег дал на машину, а они собирались купить иномарку малолитражную. А он все говорил, что лучше с пробегом, зато нормальную тачку. Извините, у меня сейчас клиент, Таня сейчас подойдет. Спасибо. Вот, как просили. Молодец. А, так, значит, нам нужно будет подъехать тебе домой. Когда это можно будет сделать? Только не сегодня, у меня Макс дома. Господи, боже мой, что же у тебя каждый день там дома штаны просиживает? Нет, ну ты прям как мой папа, как будто если человек не ходит на службу к 8 утра, значит, он не работает, да? Между прочим, мой муж будущий ученый, он работает на диссертацию, он учится в аспирантуре и работает за компьютером дома. Все, я поняла, я просто так спросила для дела. Ну, тогда ты сама понимаешь, нам придется аппаратуру при нем устанавливать. Тогда давай сделаем так, ты скажешь, что я твоя подруга, и как бы это будет своеобразным таким прикрытием. Вещдоки я получила. Замечательно. Так, а что в парикмахерской? В парикмахерской напарница Татьяна мне рассказала, что та в присутствии лжесыщика рассказывала про покупку новой иномарки. Блин, вот Татьяна, ну что... Ох-ох-ох, я никому ни слова. Ну что ж за беспечность такая? Ладно, во сколько у нее смена заканчивается? В 2 часа, и мы вместе едем к ней домой. Лукин поручил помощникам снять отпечатки пальцев с помады и компьютерного диска, полученных от клиентки. Игорь Петрович, на диске отпечатки Максима и Тани. На помаде те же, плюс какой-то третий человек, который мне неизвестен. Может быть, продавщица? Нет, это исключено. Помада дорогая, она продается запечатанной в упаковке. Не может быть такого. Выходит, любовница? Но тогда как помада оказалась у Макса в пиджаке? Ну, это как раз очень просто, это простая женская провокация. Бросить помаду в карман к Максиму, чтобы жена увидела это все, устроила скандал, развод, тапочки по почте. Ладно, ладно, с этим мы разберемся. У Татьяны скоро смена заканчивается. Давайте мы подъедем к ней вместе. Таня Скворцова решила сдать в милицию детектива Лукина. Причиной такого поведения девушки было то, что на днях она познакомилась с жуликом, который представился ей частным детективом. Накануне Таня нашла в кармане пиджака своего мужа Максима чужую губную помаду. Таня попросила детектива выяснить, есть ли у ее мужа любовница. Фиктивный сыщик установил в квартире Скворцовых аппаратуру наблюдения, а затем исчез вместе с крупной суммой денег. Лукины помощники подъехали к парикмахерской, где работала клиентка. Татьяна, вот вам блокнотик. Нарисуйте, пожалуйста, схему, где у вас находился сейф и где этот сыщик установил камеру. Значит, сейф у нас самый простой. Друзья на свадьбу подарили, мы уже, видите, богаты. Ну и как, получается? Да не очень, пока живем на мои доходы. Но еще папа помогает. Угу. Какая там стипендия у аспиранта? Угу. Сейф в шкафу стоит. Так, а камера? Камера вот здесь.
Здесь, понятно. Скажите, а ключи от квартиры вы где храните? А у нас есть вещичка такая очень стильная, ключница. Вот она у двери висит в коридоре, вот туда и вешаем. А как вы думаете, злоумышленник, который выдавал себя за детектива, мог сделать слепки с ключей? Ну, не знаю, может, и мог, если умеючи. Да-да, если умеющий. А ключи у вас с собой? Да. Покажите, пожалуйста. Ну, что-то я не вижу ни следов пластилина, ни чего-либо другого. Серёж, посмотри. Ну да, так на глаз, конечно, трудно сказать. Но в любом случае в лаборатории можно сделать анализ микрочастиц. Ну что ж, это не помешает. Татьяна, давайте мы сейчас поедем к вам домой. Установим камеру именно в том месте, где стояла предыдущая. И посмотрим, что с нее будет видно. Сережа, а ты после этого возьмешь ключи, смотаешься в лабораторию, быстренько анализ сделаешь и сразу сюда, хорошо? Ну что, готовы? Да. Поехали. Сейчас быстро замочек посмотрим. Да. В общем-то... Все чисто, нет следов взлома. Давай звони Максу, ключи тут Сереге. Макс, это я. Привет, а я не одна с подружкой. Привет, Лена. Макс. Очень приятно. Спасибо. Лене удалось установить скрытую камеру именно там, где стояла камера лжесыщика. На мониторе в машине Лукина появилось изображение. Чистые ключики, никаких следов пластилина, либо что-то еще. Ну, я так и думал. Садись, Сережа. Давно наблюдаете? Да нет, не очень. Смотри, платинового шкафа не видно, зато диван как на ладони, а? Да, выходит... Похоже. Этот сыщик действительно наблюдал за любовниками, а не за сейфом. А кто тогда деньги украл? Кто-то другой? Да непонятно. Может, испугался ограбления, а? Или увидел в камеру что-то такое и убежал, бросив аппаратуру? Ничего себе. Да. Интересно. Ладно. Звони Лене, пусть закругляется, и заодно ключики отнеси. Едем в офис. Понял. И так все ясно. Лукины помощники вернулись в офис для подведения предварительных итогов. Ну, тут Максим такой разговорчивый оказался. Я даже не знала, когда камеру-то поставить. Вот улучил момент. Извините, что так долго. Ну, ничего, это бывает. Ну, так, что мы имеем? В квартире нет никаких следов поиска. То есть преступник знал, где находится сейф и как его открыть. Скрытая камера такой информации дать не могла. Да, значит, преступник не лжесыщик. Угу. Либо камера... Часть его легенды. Ну, на случай поимки, мол, меня наняла хозяйка и так далее. Да, конечно, хозяйку стоит потрясти, но мне кажется, что преступник не наш, так сказать, коллега. Муж? Муж. А почему в милицию не заявил? Может быть, любовница. Любовница? Специально наняла детектива, чтобы отвести от себя подозрения? Ну что, ключи от квартиры у нее могли быть, и она вполне могла видеть, откуда Максим деньги берет. Сергей и Лена продолжали наблюдение за квартирой клиентки. Что твой-то делает? Ты как будто не знаешь, диссертацию пишет. Ясно. Все задницу свою от стула боится оторвать. Ладно, на меня пусть особо не рассчитывает. Завел семью, изволь крутиться. Вот я помню, когда на твоей маме женился. Папа, тогда время было другое. Ну ладно, время, доча, оно всегда одно. Люди вот только разные. Так что так своему и передай. Это был мой последний подарок. Ну все, целую, пока. Угу. Так больше нельзя терпеть, он все равно все узнает. Ну не плачь. Может, я что-то придумаю. Дай-ка. Димон, привет. А выручи? А, ну, мне нужно 1050 рублей. А почему не 100? Да я серьезно, дело выгодное. Я хочу в Астрахань скататься, ну там, икры черной взять, потом столкнуть в ресторан. Ну, а проценты? Проценты потом тебе, да. Макс, ты совсем сдурел? Какая икра? У тебя от науки совсем крыша, что ли, съехала? Я не понимаю.
Тебя там ждут. Как ты себе это представляешь? Нет, ну ничего себе. Раньше такое не проходило, а сейчас такие сделки — это вообще статья. Алло, Игорь Петрович, тут муж нашей клиентки собрался бизнесом заняться нелегальным. Каким? А икру из Астрахани провозить контрабандой. Да что за бред? Ладно, возвращайтесь в офис. Здесь все обсудим. Я думаю, при жене он вряд ли будет звонить любовнице. Ладно, хорошо, все. Быстро в офис. По поручению детектива Лукина помощники продолжали наружное наблюдение. В 12.15 Таня ушла на работу во вторую смену. После ухода Татьяны ее муж сразу же схватился за телефон. Катюш, привет. Это я. Ой, привет. Макс, это ты? Я хочу встретиться. Правда? Давай, а где? Ну, давай в наш кафешке, помнишь? Ну, конечно. Я смогу через час. Угу. Заметано. Сергей стал свидетелем того, как Макс встретился в кафе с какой-то явно близко знакомой ему девушкой. Катюш, а ты помнишь, как мы с тобой с Алгеру сбежали? Ага. А потом целовались в парке. Как сущие дети. Ну, почему дети? Катюх, мне тебя неловко простить, но у тебя не будет до 50 тысяч рублей. Макс, у меня столько денег нет. Ну, а сколько можешь дать? Алло, Игорь Петрович, Максим встречается в кафе с какой-то Катей. Судя по всему, у них в школе была серьезная любовь. А сейчас вот у меня просят денег в долг. Да, думаю. Алло, Лен, я сейчас за Максом и его пасси, а тебе сейчас принесу чашку с ее отпечатками. Поедешь в офис, снимешь отпечатки. Помощник продолжил наблюдение за Максом и его знакомой. Катюх, я завтра сам зайду за деньгами. Здесь и встретимся, ладно? Ладно, только давай после 12, я просто раньше не успею. Заметано. До завтра. Таня Скворцова нашла в кармане пиджака своего мужа Максима чужую губную помаду. Буквально на следующий день девушка случайно познакомилась с человеком, который представился ей частным детективом. Таня попросила детектива выяснить, есть ли у ее мужа любовница. Фиктивный сыщик установил в квартире Скворцовых аппаратуру наблюдения, а затем исчез вместе с крупной суммой денег. Детективы выяснили, что муж Тани действительно встречается с какой-то девушкой. Возможно, она имеет отношение к краже. В офисе помощница Лена сняла отпечатки пальцев с чашки, к которой прикасалась знакомая Макса. Отпечатки совпали с отпечатками на помаде. Отпечатки на помаде принадлежат Кате. Так. Ну, конечно, по виду. Так никогда не скажешь, что она могла что-то украсть. А потом дать ей же деньги взаймы тому, у кого украла? Да нет, я пока с выводами не спешил бы. Привет, Макс, вот деньги. Спасибо. Я тебе позвоню. Катюш. Да, хорошо. Дальнейшее наблюдение за Максом привело помощников детектива к залу игровых автоматов. Игорь Петрович, Макс пришел в зал игровых автоматов. Ну что ж, теперь все стало на свои места. Последи за ним, можешь для виду сыграть. Ну, смотри, не засветись, много не проигрывай. Макс проиграл все деньги, полученные от Кати. Ну что, Макс все проиграл. Как и следовало ожидать. Печально, что скажешь. Ладно, отправляйтесь пока к дому клиентки, а я скачу к ней на работу. Есть одна идея. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, что есть новости? Пожалуй, есть. Я нашел вора. Да, так значит, нам деньги вернут? Спасибо, спасибо вам огромное. Ну, денег я вам не обещаю, но вора предъявить могу. Особенно, если вы мне немножечко поможете. А как это? Я вам сейчас все объясню.
насчет Татьяны. У Лукина созрел план, как поймать вора. Но ему была нужна помощь Татьяны. Я думаю, больше тянуть нельзя. Я позвоню папе и скажу, что деньги у нас украли. И про эффективного детектива тоже скажешь? Нет, не скажу. Но в конце концов, могли же нас просто обокрасть. Можно, а как милицию сообщишь? Скажу, что уже сообщала, что милиция приезжала, не волнуйся. Попрошу еще, может быть, даст любимой дочке. Ну все, звоню. Алло, папочка. Привет. Слушай, я боялась тебе сказать, но машину мы купить не можем, потому что у нас украли деньги. Ну что ж, доченька, такое время бывает. Пап, а ты нам еще денежку не дашь? Что, еще? Такую же сумму? Ну, дочь, конечно, дам, но только это последний раз. Спасибо, пап. Когда мне зайти? Ну, давай, сегодня 7:00. Заходи ко мне. Ну, только пусть Максим тебя обязательно встретит. Такая сумма. Встретит, конечно. Спасибо, папочка. Ну, все. Пока. Даст? Даст. Только ты должен будешь меня встретить у подъезда, чтобы я вечером с такой суммой не ходил по улице. Хорошо, солнышко мое. Слушай, только мне сейчас нужно к профессору. Защита на носу. Я бегом. Серег, давай за ним. О, Макс, здорово, заходи. Игорь Петрович, Макс зашел в квартиру 32 по Садовой 40. Хорошо, хорошо, сейчас проверим. Лен, ну-ка проверь по базе, кто живет. Садовая 40, квартира 32. Сейчас, секунду, не так быстро, Садовая. 40, квартира 32. Терентьев Денис Анатольевич, 81-го года рождения. Вряд ли профессор, не похож, скорее одноклассник. Сейчас мы выясним. Алло, Татьяна, скажите, вам знаком такой Денис Терентьев? Да, это Максим, одноклассник. Он говорил, что он в театральном институте учится. Я еще фамилию запомнила, думала, может, звездой станет. Хорошо. А в лицо вы его знаете? Нет, не доводилось. А что? Да нет, ничего, так одну версию проверяем. Вы про 7:00 не забудьте. Я все помню. Ну все, хорошо. Алло, полегче, мы так не договаривались. Мы никак не договаривались. Это же тот сыщик, который деньги у нас украл. И отпустите его, это муж, он меня встретить пришел. Маш, что происходит? А происходит следующее. Ваш муж с недавних пор пристасил с игровым автоматом. Я прошелся по некоторым из них, показал фотографию, там хорошо знает. Вот и сегодня он проиграл последние деньги, которые, кстати, занял. Танюш, прости, я сейчас все объясню. Я хотел сорвать большой куш, отыграться. Ну, понимаешь, чет нечет. Помните, когда Макс пришел довольный, и вы пошли покупать холодильник? Вы думали, он пришел от любовницы? Нет, он вернулся из зала игровых автоматов. Ну, подфартило, бывает. Кстати, когда вы заподозрили мужа в неверности, он решил сыграть на вашем чувстве к детективному мылу. Да, любите вы детектива. Вот он и разыграл. Как раз случилась встреча друзей школьных. И он обратился к Денису, чтобы тот разыграл себе детектива. Убедить вас, что действительно у вашего мужа нет любовницы. И, кстати, помада губная, это он взял у другой вашей одноклассницы, у которой, кстати, деньги занимал. Ты скотина, Макс. Ты что, не мог нормально сказать? Вместе что-нибудь придумали бы. Да я тебе больше руки не подам, понял? Дэн, прости, я сейчас все объясню! Кстати, Татьяна, познакомься еще раз. Вы давно хотели познакомиться с будущей звездой театра и кино. Вот, Денис Терентьев. Правда, звезда, так меня развести. Хорошо, а сейчас что было? Сейчас? Сейчас вы должны были вырвать у Татьяны сумку и убежать. А Максим должен был разыграть героя мужественного. Да? Ну да, все правильно. А что, нет? Да. Он бы вернул вам сумочку, только сказал бы, что денег в ней уже нету. Мол, вор успел вынуть. А завтра снова пошел бы в казино проигрывать их.
Максим, так это правда? У тебя больше нет никого, кроме меня? Правда. Спасибо вам большое. Да уж, не за что. Отец Татьяны денег молодоженам больше не дает. Макс забросил аспирантуру, и его забрали в армию. Таня ждет ребенка.